Аня, покажи, поверни мне листочек, я тоже хочу посмотреть. Ладно. Вот, мам, мне хорошо. Сейчас я у тебя посмотрю. Надо обвести флобастерами, чтобы было ярко. Издалека, видно. Да, чтобы да, видно чтобы было. Да, чтобы издалека было видно. Вот. Вот. Ну, обводи. Теперь надо размыть. Это ты хотела показать, как акварельные карандаши размывать? Да, вот. Еще, когда макаешь кисточку потом надо отжать, чтобы немного воды было. А то много воды стерет весь карандаш, его не будет. Вот, я размываю, как краска. Ходит так вот живописно. А у меня живописно? Вот. Мама, а у меня живописно, посмотри. А что ты называешь живописно? Живописно. Ты уже почти всю коробку обклеила. Вот это живописность моя называется. Ну давай доделывай. Ты дно-то приклеила? Ну да. Ты взяла другой клей? Да. Смотри, чтобы на ковер не потекло. Кстати, у меня и этот клей кончился. Во.